что-то из него подчерпнуть, либо не подчерпнуть. Скажите, пожалуйста, то, что у вас написано на груди, это вы написали? Нет. А почему вы это носите? Просто ношу. Вы думаете, я это, вы думаете, что я это логически оцениваю? Читаю, пытаюсь перевести, что написано? Конечно, нет. Но вы взрослый человек, вы режиссер, вы создаете миры, пусть да, даже рекламные. Да, совершенно верно. Да. Вы же носите на себе чужие высказывания, даже не озаботились задуматься над тем, почему вы их носите. Это не высказывание, это название фирмы просто, которая производит ту майку, которая... Это и есть высказывание с их точки зрения.